Все остальное ребятам раздай, нашим балетам. Хорошо. Все, спасибо. Спасибо, я не мог не прийти. Спасибо, спасибо огромное. Передача вот такая. Мне столько сил концерт этот дал. Мне со всей страны звонили, что у нас светлая. Да наша задача не испортить. Да ладно, господи. Был бы бриллиант, а там найдется. Спасибо. Во-первых, от всей своей семьи хочу сказать, потому что это самые дорогие люди, мнение которых, в общем, влияет на все в моей жизни. Сейчас в зале присутствовала мама и две дочери. Моя мама на мой юбилей 50-летия не пошла. Говорит, ну что, я пойду, там никого не знаю, стесняюсь. И когда Лиза пригласила нас на концерт на 35-летие творческой деятельности Владимира, мама нарядилась, причесалась, а вот она здесь. Вот это и есть настоящая народная Спасибо. Любовь, заслуженная. Еще хочу сказать, чем Владимир отличается от очень многих, которые берутся исполнять народные, либо близкие народу песни. У Володи есть судьба. А когда у человека есть судьба, это чувствуется и в каждом слове, и в каждом звуке, и в каждой букве. И тогда песни обретают действительный смысл. Они ведь многолетние и многогранные. Это дано не каждому. Это результат пути. И то, что на этом пути Володь, удалось уцелеть, спасибо. Сохраниться. Спасибо, Тимур. Спасибо. И еще тоже не могу не сказать. На сцене все время была жена. Вот Лиза. Да. И это тот редчайший тип женщины, который пользуется привилегиями жены народного артиста и руководителя коллектива, и пользуется так, трудится не меньше всех, трудится с удовольствием в коллективе, редчайший тип женщины. С таким типом женщины, наверное, каждому мужчине везет один раз в жизни, но большинство этот шанс упускают. Володя не упустит. Я не упущу, не. Все, спасибо. Всей семье. Спасибо. До 3-9 колена здоровья. Спасибо. А дальше, Володь, пусть они придут на концерт, посвященный многовековому юбилею. Спасибо. Спасибо, Тимур. Спасибо. 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 Спасибо.